А вот трофейный знаменитый браунинг. Я сначала глазам не поверил. Думаю, ну не может быть. Нет? Вот ящики с иностранной маркировкой. И браунинг калибра 12,7. Американский. Cargo Aircraft Only. Ящики, на них написано, типа, авиации перевозили, в общем, эти ящички. Вот они. Вот такие вот наклеечки. Это свидетельствует о том, что поставки западного вооружения вот напрямую идут. Вот доселе еще браунинга на самом деле не встречали. Встретили вот здесь, вот на, условно, скажем, изюмском направлении. С боекомплектом. А где вообще взяли-то такой? Трофей, да? Обалдеть. Ну. Пушечка хорошая. Да. Кожух воздушного охлаждения. Все, станковый. Станковый. Прям на пехотной станине. Может устанавливаться, кстати, и на бронированную технику. Обычно так и делают.